Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в России. Путин нелегитимный президент РФ. Европарламент принял резолюцию. Европарламентарии не поддержали Орбана, который поздравил Путина с победой. Европейский парламент принял важный документ по выборам Путина. В центре внимания – выборы президента РФ. Евродепутаты призывают страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты так называемых президентских выборов, проведенных Россией 15-17 марта 2024 года, поскольку они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и в России, и это не было ни свободно, ни справедливо. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом. Резолюция была принята 493 голосами за, 11 против и 18 воздержались. Отмечается, что форсовое представление российских властей имело единственную цель – создать видимость избирательной легитимности для Владимира Путина, его политики безжалостных внутренних репрессий и, прежде всего, для захватнической войны против Украины. Европарламентарии выразили сожаление по поводу того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отойти от ЕС и поздравил Владимира Путина с его фиктивным переизбранием. Также отмечается, что ЕС должен активно поддерживать российское гражданское общество и демократическую оппозицию. Европарламент призывает страны-члены ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными целями и целями прав человека. Например, обмен пленными, возвращение детей, депортированных из Украины, или призыв к освобождению политических заключенных.